Сегодня мы открываем новый сезон, преодолевая трудности нового кризиса. В этом году публику мы удивим новыми премьерами. Это будет «Каменный гость» Александра Сергеевича Доргомышского. Опера «Тоска» Пуччини, опера «Арлекин» Бузони. Потрясающее, редкое название. Никогда не шла эта опера в России. Я надеюсь, что закончим мы сезон тоже премьерой оперы израильского композитора, современного композитора Гила Шохота «Альфа и Омега».